счастье, что вы находитесь в автобусе рядом со мной. И смотрите, какая красота.
немножко там, где мы были не заняты. У меня к вам дорожка есть. Объясняю, почему не остановился автобус. Автобус не остановился по той причине, что мы должны были ехать другим маршрутом, но там, на том маршруте, оползни, называется Крана, и поэтому мы поехали совершенно другим путем. Thank you.
Да, по серпантину вас не укачало? Меня пока еще нет. Я на этом с вами прощаюсь. Все остальное будет в следующем видео. Самого наилучшего.